Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Дело на миллион. Самарские полицейские задержали возможного вымогателя крупной суммы денег у бизнесмена. Аллея его имени и памятная доска. В крутых ключах почтили память героя России Алихана Калиматова. Они создали этот город своими руками. Масштабы стройки стадиона «Самара-Арена» оценили самарские строители-ветераны. Дело на миллион. Самарские полицейские задержали мужчину, который, возможно, вымогал крупную сумму денег у бизнесмена. Злоумышленник оказался не робкого десятка, действовал напористо и даже, чтобы быть убедительнее, пустил в ход оружие. Подробнее в нашем сюжете. «Кто мне не должен, не прощаю». Видимо, этим принципом руководствовался 40-летний самарец, когда решился на преступление. Захватил с собой травматический пистолет и направился в магазин автозапчастей. Назвал себя представителем фирмы-партнера, пожаловался на якобы некачественный товар и потребовал у владельца миллион рублей. «Ты мне должен миллион сто или не должен?» «Не должен я тебе». «А кто мне должен?» «Не знаю». Получив отказ, мужчина выстрелил бизнесмену в ногу из травматического пистолета и скрылся. Вернулся через некоторое время, уверенный в том, что деньги все-таки получит. «Давай, смотри, что дело. Я сейчас я даю деньги. Сейчас я даю деньги, чтобы у нас. Сколько ты мне дашь сейчас денег?» При виде 100 тысяч рублей вымогатель потерял бдительность. Здесь-то его и задержали сотрудники полиции. При повторном визите в офис к бизнесмену сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области подозреваемый был задержан при передаче ему части требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей. Вымогатель приехал не один, а с подельником и с небольшим набором оружия. В машине у задержанного обнаружили травматический пистолет. «Кому принадлежит?» «Не знаю, я их вообще первый раз вижу». «Кому принадлежит?» «Сергей нас пригласил сегодня. Просто проект с ним. Есть ли какие-то должники?» «Данный предмет кому принадлежит?» «Наверное, Сергею». В отношении задержанного мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Олеся Корецкая, «События». В интернете появилось видео ограбления банка, о котором мы уже сообщали ранее. Оно произошло накануне на улице Победы. На кадрах видно, как в здание входит неизвестный в маске, в руках у него пистолет с глушителем. Грабитель попытался остановить охранник с помощью дубинки, но силы оказались неравны. 69-летний мужчина получил две пули в живот и одну в руку. Ранение оказалось смертельным. Грабитель же, угрожая сотруднице банка, забрал из кассы все деньги – 5 миллионов рублей. После чего скрылся. По словам очевидцев, он уехал на серебристой десятке. Правоохранительные органы ведут розыск налетчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Еще одна улица в Самаре названа в честь героя России. Бульвар Алихана Калиматова появился в Красноглинском районе. Сотрудник оперативно-розыскного управления ФСБ России по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом погиб при выполнении задач на Северном Кавказе. Бульвар расположен в крутых ключах между детским садом и школой. Сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героя. Репортаж Олега Зверева. Право открыть мемориальную табличку предоставлено курсантам из Ингушетии. С этого момента бульвар официально носит имя Алихана Калиматова. Далее возложение цветов от главы Ингушетии и первых лиц Самарской области. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. И если мы будем такими, сильными в технологиях, сильными в учении, сильными в строю, сильными современнейшей техникой, мы будем сильной страной, мы будем достойно жить. Алихан Калиматов родился в станице Орджоникидзевской в Ингушетии. Учился в Самарском государственном университете. Служить в органах госбезопасности начинал в Самарском управлении ФСБ. Служил в горячих точках. В сентябре 2007 года подполковник Алихан Калиматов погиб при выполнении боевой задачи. Когда человек в этот день погибает или получает ранение, он с утра уже чувствует это. Что именно с ним это произойдет, он может найти тысячи причин, и никто его не осудит, чтобы не пойти в этот день на боевой выход или на какое-то задание. Но такие, как Алихан, они никогда об этом не задумывались, они все это просто идут и выполняют задачи. Спасибо, Николай Иванович, вам, вашей команде за поддержку вот этой хорошей, доброй инициативы. Спасибо за то, что в школах Самарской области называются именами героев.
На открытие мемориала, кроме главы Ингушетии, героя России Юнусбека Евкурова, приехали представители Центрального аппарата ФСБ России и два брата героя. Алихан был младшим. К 38 годам он был награжден медалями за службу и орденом мужества за успешное выполнение заданий на Северном Кавказе. Во время очередной командировки на его машину напали. От полученных пулевых ранений Алихан скончался. В управлении много своих героев, много ребят, которые прошли горячие точки и прошли их с честью, с достоинством. Очень много ребят, награжденных государственными наградами. И все мы всегда помним и вспоминаем подвиг, который совершил Алихан. Берут пример с него новое поколение чекистов. У меня на работе, естественно, и дома всегда стоит в кабинете, везде, значит, фотография, портрет моего брата. А для меня он всегда живой. А вот это открытие памятника, бессмертный полк, это они просто вот как ангелы с нами. Вот просто вот ангелы, говорят, на плечах сидят. Вот где-то он здесь вот тоже и с вами, и со мной. Олег Зверев, Максим Гусев, «События». О дальнейшем сотрудничестве двух регионов говорили на рабочем совещании губернатор Николай Меркушкин и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Делегация Северокавказской республики успела побывать в перинатальном центре, увидеть знаковые объекты, которые строятся в Самаре. Глава Ингушетии отметил, что за последнее время в городе произошли большие изменения. Предполагается, что два региона могут наладить обмен опытом в сфере медицинских технологий. Также интерес вызывает культура, спорт и организация системы образования в Самарской области. Вузы региона входят в число лучших в стране. Николай Меркушкин предложил организовать стажировки специалистов из Ингушетии в самарских университетах. Вы огромную работу делаете. То, что я сегодня увидел, это масштаб. Это просто, я уверен, что оно останется в истории. И могу сказать смело, что и в советское время навряд ли такие объемы, такие масштабы делались. То, что сейчас и аэропорт – это стратегический объект. И то, что мы увидели здесь уже непосредственно в городе, какие магистрали, что разворачивается, что строится. Сам стадион, дороги к этому стадиону. Я хочу приехать со своей командой и изучить социально-экономическую составляющую. Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, которые интересуют вас, может быть, и нас заинтересуют. Я уверен, вопросы, которые нам будут очень полезны. Мы могли бы тоже, если что-то там и на стажировку, мы не только на стажировку, принимать ваших людей. Патриотическое воспитание молодежи и хорошая техническая подготовка – главные направления в работе регионального отделения ДСААФ. Губернатор Николай Меркушкин встретился с новым председателем самарского ДСААФ Сергеем Ермохиным. Он был назначен на эту должность в июле. В областное общество содействия армии, авиации и флоту сегодня входит почти 200 отделений, в которых обучаются более 3000 участников. Под эгидой самарского ДСААФ работают образовательные учреждения, спортивно-технические и детско-юношеские клубы и аэроклуб. Там успешно готовят специалистов по гражданским техническим профессиям, развивают авиационные и военно-прикладные виды спорта. У правительства Самарской области сложились конструктивные отношения с региональной организацией, заметил губернатор и выразил уверенность, что общество и дальше продолжит успешную военно-патриотическую работу с молодым поколением. Под крышей дома своего на заседании Самарской городской думы обсудили перераспределение бюджета в пользу закупки новых квартир детям-сиротам, а также подвели итог исполнения главного финансового документа в первом полугодии. В том, что город стал больше зарабатывать, убедился наш корреспондент. Для самарских сирот и детей, оставшихся без родителей, муниципалитет закупит 140 новых квартир. Для этого в городском бюджете перераспределили почти 60 миллионов рублей. Крупную сумму на покупку добавили из областного бюджета. Жилье для молодежи приобретут до конца года. Сегодня депутаты собрались на внеочередное заседание Думы для того, чтобы предусмотреть сумму для софинансирования и предоставления квартир, приобретения новых квартир детям-сиротам. Поэтому это решение крайне важное. Нам очень важно, чтобы каждый житель городского округа Самары был обеспечен жильем. Эта работа будет в обязательном порядке продолжена. И также дети-сироты, они все есть, эта информация имеется в полном объеме, будут обеспечены жильем. К источникам дохода районных бюджетов с нового года добавится госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. Ее размер 5000 рублей. И только от расторопности местных властей и общественников будет зависеть, в каком объеме сборы поступят в казну. Все будет зависеть от того, насколько они оперативно, качественно сработают по выявлению незаконных рекламных конструкций. Там либо легализуют и получают пошлину в размере 5000 рублей,
за одну конструкцию, либо демонтируют или понуждают демонтировать, если это не соответствует, так сказать, там и концепции, и эстетике, но и есть, так сказать, несогласие там собственников. По итогам первого полугодия город стал больше зарабатывать. Поступления в бюджет выросли почти на 8,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Причем рост поступлений наблюдался в том числе и по собственным доходам, которые увеличились на 260 миллионов рублей. Увеличение наблюдается по таким доходным источникам, как НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина, доходы от продажи земельных участков, платежи от муниципальных предприятий. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области из-за сильного ветра 20 частных домов остались без электричества. Инцидент произошел вечером в четверг, 14 сентября, в поселке Була Красноярского района. Ветер повредил кровли 3 частных жилых домов. Еще 20 домов остались без электричества. В них проживают 65 человек, включая 10 детей, сообщает МЧС. Об ухудшении погоды чрезвычайное ведомство предупреждало заранее. Кратковременный дождь и гроза ожидаются и в пятницу. Суд не стал отзывать лицензию самарской компании, автобус которой сгорел в Татарстане. Перевозчик евразийской корпорации автовокзалов был оштрафован на 200 тысяч рублей по результатам проверки, проведенной региональным Ространснадзором. Эксперты нашли несколько нарушений. В автобусах были неисправны ремни безопасности, световые сигналы, нашлись трещины на лобовых стеклах. Напомним, поводом для проверки послужило резонансное ДТП. В ночь на 2 июля в Татарстане столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус «Неоплан». Последний опрокинулся на проезжей части и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе дети. Среди погибших оказались 6 жителей Самарской области. Контрафактного Тома и Джерри задержала самарская таможня. В регион пытались везти поддельные детские товары. Их везли на машине из Республики Кыргызстан. Общее количество детских товаров с признаками контрафактности, которые теперь не попадут на внутренний рынок страны, составило 550 единиц, сообщает пресс-служба самарской таможни. В Самаре разыскивают цыганку, которая, разглядев на местной жительнице сильную порчу, выманила у нее более 1 000 000 рублей. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Аферу лжецелительница провернула возле дома номер 17 на улице Зои Космодемьянской. Она подошла к местной жительнице, достала яйцо, которое почернело на глазах. Это означало, что над семьей женщины нависло страшное проклятие. Доверчивая самарчанка принесла из дома 700 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 500 тысяч. Взамен на это цыганка сняла проклятие, а затем скрылась с чужим миллионом в неизвестном направлении. Как отмечают в полиции, обманутая женщина утверждает, что была под воздействием гипноза. По факту мошеннических действий ведется оперативно-розыскная деятельность. На дверях самарских заведений повесят таблички, запрещающие вход детям. Соответствующие поправки в областной закон рассмотрели депутаты губернской думы. Отметим, предупреждающие надписи и таблички предприниматели должны были размещать и раньше, однако закон обязывал юрлиц и индивидуальных предпринимателей делать это по месту ведения своей деятельности, что зачастую толковалось по-разному. Так, некоторые предприниматели вешали таблички не по фактическому, а по юридическому адресу. В связи с этим было предложено ввести в закон уточнение, согласно которому бизнесмены будут обязаны размещать предупредительные надписи при входе именно на используемые территории и помещения. Самый профессиональный контроль. Стройплощадку «Самара-Арена» посетили ветераны-строители. Им провели экскурсию, рассказали о технологиях работы и выслушали пожелания опытных строителей. Принимали ли они участие в стройках такого масштаба в свое время, выяснил Андрей Горгуленко. Такого размаха в наше время не было. В один голос восхищаются ветераны-строители. Однако масштабностью не отличь глаз профессионалов. На экскурсии по стройплощадке «Самара-Арена» творцы с многолетним стажем отмечают для себя детали работы. Только, признаются, советы давать не вправе. Сейчас технологии работы ушли далеко вперед. Есть только пожелания. Советы, я думаю, давать здесь мы уже профессионалы того времени. Сегодня новые технологии, новые материалы, новые идеи, новые люди с различным, более мощной культурой строительства, мышления в этой отрасли. Поэтому только пожелания. Мы восхищены, конечно, таким объемом. И, честно, зависть берет. Что уже возраст большой, и такая стройка, и я не участвую в этом деле. Ветеранов-строителей пригласили на стадион именно сейчас, пока стройка продолжается, чтобы они своим опытным взглядом посмотрели и оценили ход работ. Их мнения и пожелания будут учитываться. Это очень для нас важно, очень значимо, и тот опыт, который
которым делятся уважаемые ветераны, и на их мнение мы полагаемся, и, безусловно, будем полагаться и в последующем. А завершилась встреча уже в Министерстве строительства. В дружеской обстановке ветераны поделились своими наблюдениями о строительстве нового стадиона, который скоро примет чемпионат мира по футболу. Андрей Горгуленко, Артем Сулейманов. События. В Самаре в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды до конца года приведут в порядок 196 дворов и крупные общественные зоны. Струковский сад, четвертую очередь набережной, площадь Куйбышева. На это запланировано более 300 миллионов рублей. Главное условие этой программы – активное участие жителей, которые сами принимают решение, что именно нужно сделать. Так жители дома на Красноармейской высказались за ремонт фасада. Подробнее Олеся Корецкая. Ремонт фасада в 110-м доме по Красноармейской долгожданный, но закономерный. Жители здесь немного, хорошо знают друг друга и активно участвуют во всех программах по благоустройству. Они в прошлом году попали в программу по капитальному ремонту, им отремонтировали все инженерные системы. А сейчас, в этом году, они попали в программу «Комфортная городская среда». Поэтому у них, в общем, все в порядке и с инженерикой, и с фасадом. Ремонт начался в конце августа. Рабочие уже выровняли поверхность, нанесли нижний слой штукатурки и приступили к покраске. Обещают закончить к началу октября. Пока идет ремонт, жители приводят в порядок двор. Субботник мы выходим, обязательно убираем. Вот клумбочку делаем, сажаем. Посадили деревья плодовые, яблони, вишенку, там елочки посадили. Цветы сажаем, поливаем. В этом году в программу «Комфортная городская среда» попали 196 дворов во всех районах Самары. У нас жители непосредственно принимали участие в формировании перечня работ. Значит, в итоге все это легло в план благоустройства дворовой территории, проект благоустройства дворовой территории, который также утверждался старшими по домами. Кроме ремонта фасадов, жители могут выбрать озеленение, обустройство детской или спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт дворового проезда, установку ограждения и малых архитектурных форм. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Налетай, торопись! В Самаре начали работать традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В этом году они расположены по 4 адресам. Какие овощи и фрукты на них можно приобрести и за какую цену, знает Марианна Мирная. Народ зелит свой огород, половина сахара, половина конкретный мед. Свежая домашняя фермерская продукция – все самое лучшее. Из Самарской области и соседних регионов привозят сельчане на ярмарку. Ассортимент широчайший. Здесь и грибы, и колбасы, и копченая рыба, и ароматный дровяной хлеб. А ваш дровяной вкусный. Запах прям дров. Ходишь и выбираешь все, что угодно. Здесь выбор очень большой, все, что угодно. Я каждый год на ярмарке посещаю и беру то, что мне нужно. Запасаюсь, все очень хорошо. Здесь много всего разного, продукция разная. Все нравится. Я дачник, так что мне больше нравится, наверное, дачные. В смысле, цветы, деревья, кусты. Самарцы запасаются на зиму и знакомятся с деликатесами. На ярмарке представлены как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие производства. И, конечно, для пенсионеров, которые хотят реализовать собственно выращенный урожай, есть бесплатные места. Здесь присутствует у нас лаборатория выездная, то есть с соответствующими органами заключен договор между операторами ярмарки. И поэтому по качеству продукции, естественно, мы отвечаем. Вся продукция, которая такая скоропорт будем называть, она вся проходит контроль. В этом году в связи с ремонтом площади Куйбышева сельскохозяйственные ярмарки расположены по 4 адресам. Возле музея Алабина, на улице Физкультурной возле Дворца спорта, на пересечении Кряжского и Уральского шоссе и в поселке Мехзавод возле Дома культуры «Октябрь». Работать ярмарки будут вплоть до конца ноября. Марианна Мирная, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Twitter, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! Продолжается капитальный ремонт Красноглинского шоссе по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Специалисты приступили к укладке выравнивающего слоя. Работы ведутся ночью, движение осуществляется по реверсивной схеме. По плану проезжую часть расширит с 10 до 16 метров. В каждую сторону будет по две полосы.
Также здесь оборудуют тротуары, проложат ливневую канализацию, установят уличное освещение. Еще на двух фонтанах бульвара на Старозагоре установили подсветку. Перед этим специалисты вскрыли облицовку оснований фонтанов и просверлили гранитную чашу. Провели дополнительные провода и установили светодиодные лампы – красные, зеленые и синие. Срок службы не менее 5 лет. Еще 2 фонтана оснастили подсветкой в прошлом году по программе комплексного благоустройства бульвара на Старозагоре, выполненного по инициативе главы города. Проспект Металлургов ремонтируют по федеральной программе безопасной и качественной дороги. Работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению. Ремонт делают картами, перед укладыванием срезают верхний слой покрытия, очищают поверхность от мусора и пыли и затем наносят асфальтную смесь, разогретую до 150 градусов. Работы ведутся на участке между Алма-Атинской и Каховской. Общая площадь – 31 тысяча квадратных метров. Дорожники также отремонтируют люки, колодцы и ливневки. Работы на всех этапах контролируются специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». Ремонт картами на проспекте Металлургов обещают завершить к концу сентября. Гарантийный срок службы нового асфальта – 2 года. В Самаре обновляют въезды в город. На Южном шоссе установили новую стелу. Надпись «Самара» водители будут замечать издалека. На всех 6 буквах установят подсветку. Около 70 фонарей и 3 прожектора. А также украсят цветами ярко-красной петунии. Кроме того, на Южном шоссе появились 4 тапиарные скульптуры на футбольную тематику. Обновить все стелы на въездах в город должны к концу сентября. Самарская набережная должна стать единой пешеходной зоной. По задумке проектировщиков, в пятую очередь от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА соединится с другими участками, а также превратится в благоустроенную зону отдыха. Планируется благоустроить территорию, соединив ее с другими очередями пешеходными дорожками, не выходя за береговую линию, и максимально сохранить существующую инфраструктуру. По мнению главы города, проект строительства новой очереди набережной может претендовать на финансирование из федерального бюджета, в том числе в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Реставрация памятника Чапаеву начнется в этом году. Уже выбрали подрядчика. Стоимость контракта составит свыше 13 миллионов рублей. Эта реставрация первая в истории памятника. Специалисты обновят сам постамент, мраморную плитку и гранитный пол, а также скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом группу демонтировать с постамента не будут. Предстоит заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. Проект комплексного благоустройства парка «Воронежские озера» обсуждают вместе с общественностью. План могут включить в федеральную программу «Комфортная городская среда». Один из главных пунктов – сохранить уникальную экосистему. В этом году представители общественной городской администрации уже очистили дно Нижнего пруда, вывезли больше 20 тысяч кубометров мусора, а также высадили липовую аллею и запустили в озеро карпов. В будущем здесь пробурят новую скважину для подпитки водоемов. По проекту в парке планируется отремонтировать асфальтовые дорожки, установить 70 дополнительных световых опор, оборудовать современную спортивную площадку, отреставрировать скейт-парк, установить сцену и бесплатные общественные туалеты. Продолжается реконструкция заводского шоссе по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Работа на участке в 1,5 километра идет круглые сутки. На участке трудится больше 50 рабочих, почти 2 десятка спецмашин, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Завершена укладка теплотрассы, заканчивается обустройство ливневой канализации. Ведется установка опор освещения. К концу недели обещают провести все коммуникации. По плану проезжую часть заводского шоссе расширят в 2 раза, с 7 метров до 14. Здесь будет по 2 полосы движения. Завершить реконструкцию заводского шоссе планируется 30 октября.